У пациентки двусторонняя поперечная плоская стопа, распластный стоп. И как следствие данной патологии, вальгусная девиация первых пальцев обеих стоп, 20-30. Вот, пациентка обратилась к нам с болями, невозможность подбора обуви, боли при ходьбе, после длительной ходьбы. Сегодня выполнена коррегирующая остеотомия левой стопы. Пациентка решила делать по одной стопе, ну, для простоты реабилитации. Хотя теоретически можно делать и по две стопы одновременно, что в принципе чаще всего и делает 20 винтиков. Ага. Вот, собственно, и все. Фиксация производится винтами. Я покажу, какие винтики у нас шикарные. Винтики титановые, очень замечательные, хорошо все зарекомендовали. Винтики вот, фирмы Траусон используются. Вот такие вот замечательные винтики. Полностью из титана состоит, хорошо очень приживаются. Практически не отторгаются организмом. Ну, в идеале они остаются там навсегда. Крайне редко их приходится удалять. Ну, это прям по пальцам пересчитать, сколько раз происходило. Ну, надеюсь, сегодня будет хорошо. Все, значит, деформация первого пальца полностью устранена. Деформация, скажем так, не рецидивирует. Тенденции по второму смещению нету. Рана ушита внутрикожно. Швы снимать не надо будет ей. То есть, ну, потихонечку будет реабилитироваться. Малые лучи мы сегодня не трогали. Так все красивенько получилось, замечательно. Надеюсь, даме понравится.